Привет, друзья мои! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Все, кто за мной наблюдает, наверное, уже знают, что я была в отпуске 2 недели и недавно вернулась. Но, несмотря на то, что я была в отпуске, я держу первое место в топе лидеров проекта «Всем миром». Лидеры текущего месяца июнь. Сегодня у нас 19 июня. Я держу первое место. У меня 4 благотворителя, 91 волонтер. Это я не заходила в кабинет 12 дней, я не работала. А люди меня знают, мой канал YouTube смотрят, и баннеры у меня везде в рекламных площадках крутятся, и поэтому люди регистрируются и оказывают помощь. Второе место — Василий Мироненко, это мой личный партнер, также моя команда. И Андрей Ломовцев на третьем месте, моя команда. Юлия Бирюкова, моя команда, на третьем месте. И Надежда Мироненко, это жена Василия Мироненко, на 9-м месте. Куча переводов приходила, пока меня не было. Вот моя почта, вот финансовая помощь. $10 пришло, 10, 5, 5, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 5 и так далее, пока меня не было. Представляете, друзья мои, сколько денег вы упускаете, пока вы говорите, что это не работает, что это лохотрон. Включите свои мозги и подумайте. Проекту 6 лет. С 2011 года он стартовал, и в 2013 году я в него пришла, сейчас уже 17-й год, 4 года я в нем работаю, купила 3 квартиры, все видео на моем канале, и вы думаете до сих пор, что это лохотрон? Друзья мои, включите мозги. Вы задумывались о том вообще, какая будет ваша пенсия, как вы будете жить на свою пенсию? Надо расти, а не как белка в колесе крутиться и прибегать в одно и то же место. Подумайте, сколько вам лет? 20, 30, 40, 50, может быть, вы уже пенсионер? Проект «Всем миром» решает все ваши финансовые проблемы. Бизнес строится за 3 года. Если вы месяц-два никого не пригласили, это не значит, что нужно бросать проект и что проект лохотрон. Это просто вы не потрудились. Это не наемная работа, это бизнес, который строится за 3 года. Поэтому терпение. Кто хочет изменить свою жизнь в лучшую сторону, а также помочь тяжело больным детям, мы фандрайзеры. Ссылочка будет под этим видео. Всем пока-пока и до скорого.